Алло, я Вера, а это Саша. Всем привет. Ребята, мы сейчас находимся в Лос-Анджелесе, и вы не поверите, в каком месте мы находимся. А мы сейчас находимся в старом заброшенном зоопарке, где мы прям буквально минут 15 назад проходили челлендж. От мистического квеста. В общем, этот челлендж заключался в том, что нам нужно было выбрать одну из трех пещер, и там нас ждали различные задания. Самое классное то, что нам удалось выиграть iPhone, и мы сейчас идем за ним по карте, которую нам оставил мистический квест. Ну, в общем, как мы лазили в этом заброшенном зоопарке, ты можешь посмотреть на канале у Веры, это видео уже вышло. Да, и еще там произошло кое-что ужасное, что мне сейчас придется сделать. Мне придется удалить видео с моего YouTube-канала. Да, потому что это было тоже в одной из пещер задание для Веры. iPhone выиграл Саша, а я буду удалять видео сейчас. Спасибо вам за комментарии, которые вы оставляли под прошлым видео. Я, кажется, практически определилась, и сейчас я удалю одно из своих видео. Ну что, Вер, давай, какое? Ребята, я сделала свой выбор, и я решала между вот этим видео и вот этим видео. Как вы думаете, какое из них, первое или второе, я удалю? Пишите в комментариях. Вер, ну я не знаю, ты точно прям уверена, что вот прям сейчас ты просто удалишь и все, и даже мы не подождем, как ну каких-то там официальных, там, не знаю, указаний от мистического квеста или что-нибудь такое? Ну, в общем, скажем так, что это видео я думала раньше удалить или нет, потому что оно мне самой не очень нравится. Это раннее видео, одно из моих ранних видео, и я тогда еще была не настолько опытная, ну и я стесняюсь, когда оно висит на канале. Поэтому я удаляю вот это видео. Ребята, я только что удалила это видео, вы можете пойти и проверить, действительно оно удалилось или нет. Ну а мы идем за айфоном. Фу, ребята, мы уже просто замучились идти, но мы где-то близко уже к метке, которая находится на карте, к тому крестику. Блин, ребят, просто мы думали, это какой-то парк, а по факту это вообще какой-то лес, блин. Тут мы уже 2 часа идем, я не знаю, я сколько. Я не знаю, это пустыня, а не лес, блин. Слушай, а можешь по телефону вообще вверх проверить? Типа... Саш, смотри, здесь... Ты видишь? Я вижу, да, ты вверх. Видишь? Слушай, смотри, это он! Может, там пакет Apple, типа? Да, мистический квест не обманул. Да, только, блин, это в клетке. Ты видишь тут вход? Смотри, знаешь, слушай, тут замок, там, Вер. С другой стороны... Ай, попробуй открыть. Нет, слушай, здесь не открывать. Закрыто все? И с этой стороны тоже нет, закрыто здесь все? Здесь привалено. Смотри, здесь вход. Он никуда не ведет. Да, здесь мы не зайдем туда никак. Так, Вер, ну пойдем, может, с другой стороны посмотрим, там что-то да, есть. Да, пойдем посмотрим с другой стороны. Вер, смотри, тут вход. Здесь еще один вход. Слушай, ну мне кажется, через него можно залезть. Ну что, я залазю? А мы, ну типа, вместе полезем или нет? Ребят, просто мне кажется, если мы вместе полезем, нас может просто закрыть эту ну, дверцу и все. Потому что помнишь, как там в зоопарке, там просто была на веревке какая-то дверца? Саша, да ладно тебе, ну не будет там никакой дверцы. Что ты, я не знаю, как параноик. Я сейчас залезу, возьму этот пакет и выйдем. Ну ладно, не, ну, в смысле, я имею в виду, что нам точно нельзя вместе лезть, потому что... Хорошо, я схожу одна. Ну давай, как бы, блин, ну может я схожу все-таки, не ты? Ну как хочешь, хочешь ты сходи. Ну я готова, я уже туда... Ну давай, ладно, я тебя жду, в общем. Смотри, я уже залезла туда ногами, и никто меня пока что не закрыл. И вот смотри, я залазила туда... Слушай, ну эта дверца, она вообще может опуститься или нет? Я не вижу, тут какой-то механизм сверху, вон, видишь? Вон, видишь какие-то колесики? Ну там вроде нету. Ну да, ребят, я не знаю, вроде все нормально должно быть. Я залазю? Ну да, Вер, лезь. Конечно, очень лезь. Тяжело так висеть, мне кажется, здесь очень грязно. Ребята, ставьте лайк этому видео, если вы думаете, что внутри пакета находится iPhone. Ребят, в общем, пока Вера лезет, я пойду, наверное, с другой стороны обойду и буду снимать, ну, в общем, как она там вылезет. Ладно, сейчас. Я полезу тогда дальше. Давай, Вер. У-ху! Я на свободе. Вер, там что, какой-то подземный ход, что ли? Как я там вылезла вообще? Да, там подземный ход, Саш. Обойди, пожалуйста, с другой стороны, потому что я так понимаю, что мне нужно уже лезть туда. Вер, ну что, ты лезешь там? Да, слушай, мне кажется, этот вход придуман для лилипутов. Ну, это для животных скорее придумали. Для маленьких животных, я не знаю, как отсюда выбраться. Так, Вер, ну чё? Слушай, возьми очки, они у меня постоянно спадают. Давай. Да, пакет здесь. Так что, там есть iPhone или нет? Вер, ну не томи, давай, уже очень интересно. Ну, я тебе скажу так, что здесь определенно кое-что есть. Ну, Вер, ну хватит. Ну, ну давай вам показываем, Вер. Ну, я сейчас лезу в клетку, сам к тебе полезу. Давай, лезь. Так, и здесь находится... iPhone! Серьезно? Подожди, а какой это iPhone? Там я написано? Вот, смотри. Смотри, какой это iPhone.
Я не знаю, как понять. У меня никогда не было айфона. Нет, ладно, у меня был давным-давно айфон. Подожди, это iPhone XS написано, смотри, iPhone. Ты позже писал iPhone XS. Слушай, ну что, давай открывай вверх. Прямо открывать? Да, открывай вверх, конечно, блин, вдруг там фейк, может там ничего нету вообще. Смотри, здесь такая специальная какая-то штучка. Он прям раскрылся. Давай, открывай ты, мне страшно, я боюсь. Мне кажется, он просто стоит безумных денег. Давай, я держу коробку. Блин, серьезно? Слушай, это реально iPhone, блин, жесть. Слушай, он похож чем-то на мой телефон. Слушай, он не упадет так? Он с наушниками? Да, слушай. Серьезно? Да. Он включается? Ну, не знаю, слушай. Может, он разряжен? Ты же не знаешь, сколько он лежит здесь? Слушай, да, вот включается, Вера. Ну, короче, блин, давай, что, выходи тогда и пойдем уже отсюда. Давай. Клади его обратно. Hello. Я пока что его сложу лучше, я его потом посмотрю. Где? В смысле? Блин! Нет! Саш, здесь решетка закрылась. В смысле закрылась? Вот она, блин, это решетка. Ну что за бред, Вер? Блин, пойдем с той стороны посмотрим. Блин. Вер, что за бред? Как она, блин, закрыться могла? Блин, я не знаю, что делать. Блин, доставай, давай это самое, что, звоним в полицию или куда? Ребят, это бред просто какой-то вообще. Можно эту решетку попробовать как-то поднять или что делать? Я не знаю, Вер, блин. Ну подожди, держи камеру, можешь подержать, пожалуйста? Давай. Что ты собираешься делать? Я хочу как-то решетку, блин, не знаю, сделать. Вер, ну никак ее не здесь не вскрыть. Блин, может быть здесь еще какие-то, может быть залезть наверх и там что, есть потайные... Что, одна решетка ее тоже никак не открыть, точно? Я не знаю, на, подержи камеру, я не смогу сейчас двумя руками. И телефон мой, пожалуйста. Какой-то механизм, он закрылся. Может быть попробовать, вот там был какой-то механизм. Я когда залазила, видела, вот прям вот здесь. Слушай, Вер, да нет никакого может, механизма. Может быть, здесь какие-то тросы, я не знаю, ну хоть что-то, может быть, что может открыть этот... Вер, нету ничего, надо звонить. Ну что, блин, реально в 911 просто звонить? Давай звони 911, я не знаю, что делать. О, блин, ребят, бред, ладно, все, я набираю. Ну как бы у нас не остается другого выхода. Походу, нас просто сейчас еще денег дофига возьмут вообще за то, что вызываем службу спасения. О, Саша, стой, подожди, нет. А, может быть ты сходишь за подмогой, ну как бы это же прутья металлические, их можно разрезать, разрубить, можно позвать кого-то. Может быть, я не знаю, я подожду тебя здесь и буду. В смысле, верно, а как бы если сейчас кто-то из мистического квеста придет, я не могу тебя вот так здесь оставить? Я закрыта в клетке. Ну да, но как бы если мистический квест я закрыл, то значит они могут и открыть, правильно? Хорошо, найди какую-нибудь палку, просто палку или что-нибудь, чем я смогу обороняться. Вер, ну блин, давай лучше все-таки позвоним спасателям и все, ну зачем придумывать сейчас что-то? У меня была история, что у моей подружки, она сломала ногу, когда была на горнолыжном курорте. И у нее вызов спасателей 1 000 000 рублей, вот с нее списали... 1 000 000 рублей. Но у нее страховки не было, да? У нее не было страховки. У нас блин, а сейчас как бы реально страховки. Сейчас не знаю, то, что тебя в клетке заперли, это вообще входит в страховку или это нет? Это может быть не страховой случай, ты понимаешь? Что за бред, блин? Ну еще, в смысле, как я помогу? Не знаю, что, кого-нибудь. Я не знаю, иди, у нас есть машина. Машина стоит недалеко. Ты сейчас быстро съездишь до магазина, купишь какую-нибудь штуку, которая может перегрызть вот эти вот, перекусить прутья, и я буду на свободе. Так, ладно, на камеру тогда, Вера, оставайся с камерой, типа, и будешь снимать все. Давай тогда. Я останусь лучше с телефоном, буду снимать на него. В случае чего, как бы, в том случае, если мой телефон разряет. Блин, возьми камеру с собой, Саша, пожалуйста, и дай мне какую-нибудь палку. Саша, у меня есть идея. Может быть, в этой клетке находятся какие-то подсказки. Да, если мы отгадаем какой-нибудь код или что-то в этом духе, то дверь откроется. Это же мистический квест, он специально дает нам такие задания. Слушай, ну как бы единственное, только ты можешь смотреть. Потому что как я-то, блин, буду смотреть. Нет, внутри. Смотри, вот есть какие-то Т, У, М. Непонятно. Слушай, мне кажется, Вера, это просто граффити, если честно. Но так. Тем более, нам мистический квест ничего не говорил. То есть это реально подстава, типа. Хорошо, что такое син? Син это грех. Син это грех. Вон еще син написано на двери тоже. Еще написан син. То есть за грех людей сажают в клетки или что? Ну. Какая мысль была? Я не знаю, Вер, блин. Мне кажется, Вер, что это просто граффити, потому что, ну, как бы, реально, если бы это был мистический квест, ну, хотя бы какие-то нам там загадку он сказал там или что-то, а, ну, как бы просто, если какие-то надписи, как бы, что это может значить вообще? Блин, а у нас есть ультрафиолетовый фонарь с собой? Не знаю, Вер, в рюкзаке может есть. Может, у нас есть с собой ультрафиолетовый фонарь? Но здесь не будет сейчас видно ничего на солнце, Вер, мне не кажется, знаю, вряд ли. Ну, как-то может быть вот там, в проходе. Нет, Саш, я не взяла, посмотри, пожалуйста, в своем рюкзаке. Это уже, если честно, вообще не смешно. Как
можно выбраться просто из клетки вот так хорошо, хоть не ночью? Ну как ты думаешь, пила вообще распилит это какая-нибудь? Конечно. Там, не знаю, знаешь, кусачки какие-то мощные там, в общем. Может, просто мне в магазин быстро съездить реально купить? Да? Давай, ну, в общем, смотри, мне кажется, вот эти вот прутья, они внутри полы. То есть, как бы, их будет легко перекусить. Либо в случае чего можно будет... Ну, здесь точно такие же прутья. Может быть, те прутья, которые сверху. Я не знаю, что делать, честно. Ладно, Вер, что, давай тогда. Я пошел в этот магазин. Да, давай, ладно, в любом так, случае... Так, у тебя два телефона, в любом случае ты как-то будешь все снимать, правильно? Ну, смотри, они же не могут пойти... Откуда они могут пойти? Здесь не знаю, вот откуда угодно, вот оттуда, оттуда они могут пойти. Ладно, не нагоняй, блин, у меня страх, и я останусь здесь и буду снимать. Ну что еще? Я здесь же не пролезу. Да нет, Вер, конечно, не пролезешь. Лучше на кадр пролазит, и все. Давай, я пошел тогда, давай, я скоро вернусь, в общем. Ребят, в общем, я сейчас отправляюсь в магазин за пилой и... А я буду оставаться в этой клетке и ждать Сашу, пока он придет и спасет. Так что подписывайся на мой канал, на канал Веры. Ведь мы не знаем, на каком канале выйдет следующее видео. Я буду в клетке тоже снимать. Также смотри другие видео из серии «Мистический квест». Подписывайся на наши инстаграм-аккаунты. И увидимся снова. Пока. Пока.